Почему Елизавета II разрешила внукам отойти от королевского дресс-кода? Принц Уильям и принц Харри стали появляться на публике без важного аксессуара. Почему Елизавета II разрешила внукам проигнорировать некоторые аспекты королевского дресс-кода? Последнее время 37-летний герцог кембриджский и 34-летний герцог сассекский стали посещать официальные мероприятия, не надевая галстук. Ранее монарши особо не могли себе такого позволить. Да и Ее Величество Елизавета II не любит, когда нарушают королевские правила, передает Джоин Фуа. Королевская семья хочет стать ближе к народу. В современном мире не только простолюдины тянутся к монаршим особам, но и наоборот. Современные принцы и принцессы, герцоги и герцогини, короли и королевы хотят располагать к себе народ. Именно поэтому последнее время мужчины голубых кровей стали отказываться от галстуков. Все чаще принцы Уильям и Гарри выходят на публику без этого классического аксессуара. Эксперт по этикету Уильям Хансен рассказал, что братья переходят к смарт-кэжуал стилю, особенно, когда им предстоит встречаться с доброжелателями по всей Великобритании. Королевские особы отдают предпочтение неопределенному западному стилю, который заключается в комбинировании повседневной одежды с элементами строгой одежды. Такие наряды зачастую надевают важные особы для неформальных встреч. Как нарушение королевского дресс-кода относится бабушка-королева? По словам эксперта, Елизавета II – одна из тех монарших особ, которые не поддерживают нарушения правил, а также придерживаются определенного стандарта в одежде. Однако Ее Величество королева Великобритании, видимо, не возражает против того, что ее внуки выбрали более современный стиль. Конечно, если они не направляются на торжественное мероприятие или гала-ужин, тогда появление без галстука и фрака будет расцениваться как дурной тон. Уильям Хэнсон отметил в интервью Mail Online: «С одной стороны, публика хочет, чтобы члены королевской семьи соответствовали своему статусу, но с другой стороны, они хотят иметь возможность общаться с ними и чувствовать, что они всего лишь глянцевые версии нас самих». Учитывая возраст принцев Уильяма и Гарри, а также то, что они посещают менее формальные или более активные спортивные мероприятия, можно понять, почему они решили отдать предпочтение элегантной повседневной одежде. Напомним, ранее стало известно, что королева Соединенного Королевства Елизавета II одобрила закон, запрещающий фотографировать женщин из-под юбки. Данный акт станет обязательным для всех в Англии и Уэльсе, что послужило причиной введения законопроекта и какое наказание ждет нарушителей. Ищите эту информацию на сайте joinfoa. А что вы думаете по поводу дресс-кода молодых членов королевской семьи? Комментируйте это видео. Читайте joinfoa.